Здравствуйте! Сегодня буду делать кекс из переспелого банана. Очень быстро и без лишних усилий, даже не понадобится миксер. Беру вилку, разминаю банан. Разминать до идеального состояния не нужно. Если будут комочки, то ничего страшного. Теперь добавляем одно яйцо. Добавляем всего лишь 1 столовую ложку сахара, этого будет достаточно. Снова перемешиваем. Тут перемешиваем чуть дольше, потому что сахар должен раствориться. После добавляем 5 столовых ложек молока. Молоко может быть как комнатной температуры, так и холодным. Перемешиваем тщательно. И добавляем разрыхлитель. Как вы уже поняли, после каждого добавления ингредиента нужно перемешивать. Затем добавим ванилин. Следующая на очереди — это мука. Добавляем муку. Добавляем муку рожкового дерева. Если у вас такой нет, то можете не добавлять, либо добавить какао-порошок. После того, как я все тщательно перемешала, поняла, что муки мало, поэтому добавила. Теперь добавляем обжаренный грецкий орех. Его нужно заранее обжарить, остудить. И последним чуть-чуть добавляем шоколадные капельки. Я считаю его изюминкой этого кекса, поэтому будет хорошо, если вы его добавите. Тесто переливаем в емкость и отправляем в духовку. Итак, мой кекс испекся, он получился мягким и очень пышным. В разрезе я увидела те самые капельки шоколада, которые немного растаяли. Но они не вытекают, остаются в кексе и придают необыкновенный вкус. Приятного аппетита!